Ну что, дорогие друзья, вот мы и дождались новый долгожданный трейлер Sally Face, четвертый эпизод. Он выйдет 30 ноября, и в этом ролике я хотел бы поговорить и рассмотреть некоторые детали этого трейлера. В самом начале трейлера мы можем увидеть, как Салли стоит у входа в дом. Он стоит с гитарой, и мне кажется, вот именно в этот момент его оправдали в суде. Не знаю почему и кто помог, но подумайте сами, что можно было бы создать в игре после суда. А так он возвращается домой, и начинается самое интересное. Дать возможность игроку побольше узнать о культе. Да-да, о том самом культе, который находится под землей, который мы встречали в третьем эпизоде, их логове, которые пытаются вызвать красного демона, который, можно так сказать, по всей игре вселяется в жителей и убивает этих жителей самого дома. А также по трейлеру понятно, что мы встретим новых персонажей, таких как какой-то афроамериканец и мистера Сандерсона. Да-да, именно того мужа миссис Сандерсон, которую убили. Также мы видим, как проработаны комнаты, мир и тому подобные детали. Я просто поражаюсь на самом деле, потому что перед этим все части Sally Face ограничивались лишь двумя-тремя загадками, но тут мы видим их просто невероятное количество. Видимо, за год этот разработчик постарался на славу. Локаций будет больше, загадок будет больше и труднее, скорее всего. А также мы увидим маму Sally Face. Я знаю, что практически вся аудитория, которая любит Sally Face, она же перила Ларри и Салли, но тут вы можете дико разочароваться, потому что в одном из моментов нам показывают, как Эш и Ларри обнимаются. Возможно, это всего лишь дружеский, конечно же, но судя по ногам, по тому, как она стоит, по позе, возможно, все тут не так-то просто. Ведь Салли очень сильно понравилась Эш, когда он ее первый раз увидел. No, God! No, God, please, no! No! Если посмотреть на Ларри, который находится по ту сторону жизни, которым мы будем управлять, судя по трейлеру, он подсказывает что-то или рассказывает Салли. Я не знаю точно что, но скорее всего про дьявола. Да и самое что важное, может быть, я во всем этом ошибаюсь, и возможно суд будет только в самом-самом конце, и пятый сезон, который останется нам, он именно будет после суда. А что там будет? Это просто в голове не вяжется по сравнению с тем, что мы видели уже в четвертом. Так что, друзья, если вам понравился этот ролик, если даже давайте так сделаем, напишите в комментариях, а что вы думаете? Может быть, каких-то я моментов не заметил? Что вы думаете, каким будет этот эпизод? Что в нем необычного я не усмотрел? И какой будет сюжет в нем? Пишите, конечно же, ставьте лайки, если вы ждете Sally Face так, как я жду, и 30 ноября я обещаю, конечно же, стрим по этой игре, как сделал это и в прошлый раз. С вами был BloodLinus, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайк и комментируйте. Я буду ждать, читать и с вами общаться по этому поводу, потому что мне дико интересно вот эти все теории. Я ни в одной игре так не застревал, как именно в Sally Face. До скорых встреч!